Я проснулся рано утром, был хороший день, светило солнце, пришла весна. В короткой юбочке весна. Мне хотелось жену, шашлык и на рыбалку. Вместе со мной проснулись инстинкты. Все, жену уже больше не хотел, как и шашлык. Зачем два раза жарить мясо? Но рыбалка не выходила из моей головы. Представил лунку, кивок, горячий чай или что-то покрепче. Ну и, конечно же, друг Серега. Без него никак. У него же палатка. Короче говоря, хочу на рыбалку. Встал, оделся. Тихонько попил чай, чтоб не разбудить жену. Пошел в сарай искать снасти и рыболовные принадлежности. А нет, вот теперь точно в сарай, за снастями. Зашел в кладовку, на меня упал вентилятор и лыжи. И чайник, и кусок железного профиля. Нужно бы тут убраться, подумал я и решил. Завтра точно уберусь. Блин, нет, завтра же на рыбалку. Тогда послезавтра. Черт, послезавтра же на работу. В общем, потом. Мужик сказал, мужик сделал. Нашел снасти, нашел стул, нашел бур, потерял шапку. Блин, пошел искать шапку. Нашел шапку и любимый тулуп. Вроде бы все. Так, теперь нужно позвонить Сереге. Не берет. Видимо, спит. Набираю еще раз. Сбросил. Да, точно спит. Хотя как он спит, если он сбросил? Серега взял трубку. Дружеское приветствие. Я сразу позвал его на рыбалку. Он согласился, так как он тоже рыбак. Договорились, что выезжаем в 8. Нет, в 7. Нет, лучше вообще в 6. Чтоб не проспать утрянку. Попрощались. Кореша! Вот и... Так, нужно проверить погоду. Погода нормальная. Теперь проверим давление. Давление в порядке. Рыба, когда давление, не клюет. Это я вам как рыбак говорю. Заодно решил смерить себе давление. Немного пониженное. Нужно выпить коньячку. Это я вам как просто говорю. Решил сгонять в рыболовный магазин. Купил пару удочек, леску, опарыш, прикормку. Открыл свой чемодан. Вот он. Как так? Все удочки были запутаны. Вообще не помню, как мы собирались в прошлый раз. Ну, наверное, в попыхах. Узелок завяжется. Ну, ничего страшного, распутаем. Я мастер в этом деле. Ничего страшного, еще немного. Русские не сдаются. Так, еще чуть-чуть, еще немножко. Все. Вроде распутал. Приготовил одежду, приготовил снасти, достал термос. Так, нужно лечь пораньше. Завтра рано вставать. Уснул. Проснулся, 9:20, я проспал всего 20 минут, да как так? Да что такое, не спится. Начал думать о рыбалке. Как приедем, как забуримся, как достанем удочки, как начнем ловить. В смысле уже 2 часа ночи? Срочно спать, срочно спать. Проснулся, прошел опять час, опять уснул. Проснулся, прошло еще полчаса. Уснул. Проснулся. Пипец, я проспал. Короче говоря, хочу на рыбалку. Если понравилось видео, поставьте ему лайк, обязательно поделитесь с друзьями и напишите в комментариях, что мы еще забыли про сборы на рыбалку.